Одна из историй, которая случилась с моим соседом, молодым человеком, студентом. Вот он рассказывает, как он сдавал сессию. Говорит, все вроде сдал, а вот один предмет такой попался. Преподаватель, профессор, который, ох, сильно он как бы строгий. Ну, студент понимает, что сдать придется. Отправил все-таки на пересдачу. Хвост остался. Закрыть это надо. Он идет в деканат, берет хвостовик. Ну, это анкета, которая заполняется, что, мол, хвост сдан или не сдан. И с этой бумагой идет опять к профессору, дабы пересдать экзамен. Профессор строгий, начинает много задавать вопросов, каких-то наводящих, каких-то уклончивых и еще. Ну, то есть старается его засыпать. Ну, студент молодец, готовился всю ночь. Ну, говорит, что ж, давайте свой хвостовик, я поставлю вам зачет. Тот подает хвостовик, профессор ставит зачет, говорит, все, идите. Студент довольный, хватает хвостовик и бежит в деканат, дабы подтвердить, что вот зачет сдан. Он подает секретарю, секретарь берет эту бумагу и говорит, пиздата. На что студент говорит, да, заебись. Секретарь говорит, а чего вы материтесь? Студент говорит, я на радостях, вот, сдал экзамен, вы вообще-то первые начали. Секретарь говорит, что я начала? Я нормально задала вопрос, почему без даты? И тут сзади появляется профессор и говорит, сейчас я все исправлю. Вот такая история.